Погост или полигон? Этот вопрос возникает на Новостригинском кладбище. Там накопились горы мусора с человеческий рост. Завалены и сами захоронения, и дорожки. Ну, когда этот порядок наведется, не знаю. И люди идут, и все смотрят. Вот приехал на кладбище, он к отцу, смотрю, здесь такой беспорядок. Приходим тут скорбить, получается, что смотрим на вот это все. Очень неприятно. Раньше вывозили, было чисто, вот даже весной было чисто. Сейчас очень, конечно, грязно. Бачок когда стоял, вроде мусор-то сюда клали, бачок как исчез, стали сюда выкидывать. Ну, если, понимаете, если контейнеров нету, куда людям выбрасывать? То есть они знают, что здесь раньше стояли контейнеры, люди сюда выбрасывали мусор. Они же не повезут его домой, то есть здесь как-то все равно должно быть специализировано все это сделано, чтобы вывоз мусора был. Если войти немножко поглубже на кладбище, здесь кругом одни мусорные кучи. Никто их не убирает. И они лежат прямо на могилах. Но если вот человек не придет к своему близкому 2-3 года, и могила вообще превратится в какую-нибудь мусорную кучу. Здесь, наверное, я так думаю, наверное, администрация должна это все вывозить. Мусор-то. У нас нижегородская реформа по вывозу мусора. Я так думаю, что, наверное, они должны это контролировать. Я бы вот не хотела лежать на этом кладбище. Я не хочу лежать вот в этой грязи, чтобы... Вообще здесь никто не убирается, и безобразие. Администрация кладбища говорит, что на уборку у них просто нет техники и денег. Контракт с подрядчиком закончился, а нового еще не заключили. Произошло это потому, что закончился контракт у подрядной организации. Когда этот контракт был, здесь стабильно все вывозилось, это можно увидеть. Ветеранские кварталы, главные дороги преимущественно были вывезены. Контракт закончился, сейчас на данный момент контракт опять будет возобновлен, и уже вывоз мусора начался. То есть вот, и по мере поступления сюда техники, самые проблемные места и до полного как бы ликвидации вопроса мы занимаемся. Мы сообщили об этой ситуации в управлении муниципальными кладбищами города. Оттуда тут же приехали с тяжелой техникой и мусор убрали. Говорят, что контракт с подрядчиком уже почти заключен, и вывоз мусора снова будет налажен. То есть в рамках муниципального контракта первого по мусору в этом году этот контракт был исполнен в начале июня месяца. Соответственно, все деньги выработаны и контракт закрыт. В дальнейшем ожидали средств дополнительных, и нам выделили дополнительное финансирование в размере 3 миллионов рублей администрации города. И мы продолжили работы по вывозу мусора с территории кладбищ муниципальных. Более крупная техника привлечена, чтобы быстрее убрать вот эти большие накопленные кучи за этот месяц. Что касается контейнеров, у нас сейчас в рамках муниципального контракта производятся работы по устройству контейнерных площадок. Мы сейчас можем видеть вот здесь вот. Ведется подготовительная работа для выполнения этих контейнерных площадок. И, соответственно, у нас здесь будут стоять контейнера.